А со студентами СУГУ Сергей Миняло провел открытый диалог. Встреча состоялась в рамках всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». Модератор встречи – ректор вуза Алан Угоев. Лекции школьникам и студентам читают известные государственные и общественные деятели, ученые, представители бизнеса и не только. В мероприятии участвовали 60 студентов. С руководителем региона они поговорили о развитии молодежного движения, приоритетах подрастающего поколения. Сергей Миняло поделился своим жизненным и профессиональным опытом и пожелал ребятам быть верными себе. Это одна восточная мудрость говорит, что не путь не выбирает свой путь, а путь выбирает своего путника. Самое главное, что он с ним не сошел. Ну а второй, на мой взгляд, постулат, для меня по всякому случаю, это делай как должно, и пусть будет как будто. Если мы с вами, ну каждый из нас будет под что-то подстраиваться или под кого-то подстраиваться, он перестанет быть